пришел купить авокадо, и вот смотрите что. Видимо, все смотрят мои видео, и случилась такая история. Осталась одна штучка, одна, понимаете? Вот цена, 19,90. Видели? Я такое в первый раз вижу, на самом деле. Обычно всегда очень много авокадо, а тут прям вот реально все скупили. Видимо, правда, смотрят мои видео, и все едят авокадо. Но это шутка, конечно. А на самом деле он довольно популярный фрукт в Израиле, и его, правда, покупают много. Хотя обычно их, ну, прям вот полные упаковки лежат, полные ящики, и никогда не бывает проблем. Но неважно, я купил авокадо в другом месте, поэтому... Ух ты, забыл ложку взять. Ну ладно, позже. Вот, поэтому у меня, я тороплюсь, у меня нет времени, и я, соответственно, у меня очень такой простой, по-быстрому завтрак, чтобы быстро схватить, поесть и убежать. На самом деле здесь всего достаточно, есть и белок, и полезные жиры, и все, что необходимо. Ну, то есть полный завтрак в полном балансе, отличный завтрак, поэтому я, если у вас нет времени, вы торопитесь или что-то такое, я всем рекомендую именно вот такой вот завтрак. Авокадо, полезные жиры, яйца, белки. В них, опять же, тоже есть полезные жиры и все, что нам, собственно говоря, необходимо. Поэтому всем приятного аппетита, замечательного дня и отличного похудения.